мы нашли отель. Здесь Тихуана. Цена 260 песо. 13 долларов на двоих. Сейчас идем арендовать это жилье. Сейчас я сразу же сниму. Вот, кстати, цены. Вот по ценам можно посмотреть, что можно здесь снять. А, 15 долларов. 15 долларов. Здесь получилось, с нас хотят 700. 700 это 35 долларов где-то. Хотя написано дешевле, но вот мы сейчас попробуем еще что-то найти. Потому что нам здесь нужно на 4 дня, за 35 долларов как бы не очень хорошо. Хочется что-то получше найти. Я находил на Airbnb цены, ну, можно там за 20 долларов снять просто супер апартаменты. Там за 18 долларов. Ну, здесь почему-то 35 хотят. Ну, это первое место, куда мы приехали. Я думаю, мы сейчас что-нибудь найдем. С того отеля мы уехали, потому что там нельзя было оплатить по карте. И нашли другой отель через booking.com. 30 долларов получилась комната. И можно было оплатить по карте. А вот цены этого отеля. Ну, в общем, такая комната, номер 119, цена 30 долларов за ночь, плюс 100 фунтов нужно, плюс 100 песо депозит. Ну, вот такая вот. Всем доброе утро, мы в Тихуана, недалеко от отеля. Пошли прогуляться, посмотреть, что здесь можно купить и за какие деньги. Кофе, например, для любителей кофе, да? Есть капучино. Ну, вот, допустим, если вы хотите бананы там или фрукты, вот по фруктам, например, бананы, ну, помидоры. Томата 17,5, это доллар на наши деньги, на российский, но на российский 60 рублей. Ну вот сыр, например, 29, это 1,5 доллара. Ну, колбаса, да, сэндвич, для сэндвича 15 песо, это меньше доллара, где-то 80 центов. Итак, ребята, мы взяли кофе, мы взяли бананы, йогурты, Карлос взял себе сэндвич, и получилось это все на 92 песо. 92 песо, 5 долларов, то есть выходит, да, чуть больше, 5,5-6 долларов. То есть вот это все мы купили за 6 долларов, в переводе на рубли это 360 рублей. Я, кстати, оплатил картой Кукуруза, наша евросеть. Не реклама, а просто, что это вообще возможно сделать здесь. Везде работают терминалы, и вчера за отель я тоже оплачивал с помощью карты. Никаких процентов за оплату не берут, ну, разве что в отеле попросили там на 2% больше, а в магазинах никаких проблем. В общем, в магазинах все есть, все, что хотите, вы можете брать. Вчера мы, кстати, пользовались также такси. Мы доехали на такси где-то примерно 5 километров и отдали за это 50 песо. 50 песо это, ну, это тоже очень мало, это практически там 4 доллара. Да. 4 доллара за такси. То есть нормальные цены, такие же, как в Мехико-Сити, и, в принципе, те же самые, что и в России, и в Москве. Даже вот кофе здесь дешевле, чем в Москве. Итак, снимаем дальше все, что будем видеть. Сегодня планируем поехать на границу, ну, или сегодня, или завтра. Там уже сделать видео. Кстати, вот здесь вот я вижу уличное кафе. Привет. Короче, рекомендуют всем здесь останавливаться, здесь кушать, здесь очень вкусно.